Премьера сериала «Крепкая броня» состоялась 6 мая 2020 года. Эта картина перенесла нас во времена Великой Отечественной войны. В центре внимания – молодой еще зеленый парень, который из-за начала войны попал на фронт и стал танкистом. В сериале мы увидели, как главный герой перетворился с простого парня, настоящего мужчину, который отважно защищал свою землю от врагов. Первый сезон сериала «Крепкая броня» состоял из 6 серий. 7-й, к сожалению, не будет. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах